Этот открытый урок для химкинских школьников провели в библиотеке не случайно. Во Всероссийский день заповедников и национальных парков им рассказали о том, как ценой своей жизни в годы Великой Отечественной войны оберегали природу и животный мир родного края. Сотрудники учреждения не только провели исторический экскурс для юных химчан, но и показали уникальные фотоматериалы. Уникальное мероприятие, о котором не прочитаешь ни в одном учебнике, были представлены уникальные фотоматериалы, и также было рассказано немало информации о том, почему так важно беречь свой родной край. Открытый урок прошел в рамках проекта «Историческая память». Рассказали школьникам о том, где и когда появился первый заповедник в нашей стране. Этот день замечательным тем, что мы вспоминаем не только нашу историю, но и национальные проекты, национальные программы, которые очень важны не только для всей страны, но и в частности для нашего города. Подобный формат встреч помогает детям научиться воспринимать библиотеку не только как книгохранилище, но и как своеобразную творческую площадку, где можно принять участие в мастер-классах и лекциях.